учил тебя, дочка, практическому садоводству. Теорию ты знаешь, ты умница. И вдруг узнаю, что познакомилась с новым губернатором. Поняли, к чему я теперь клоню? Секунда. Алло. Здравствуйте. Я, Валерий Константинович, простите, мне нужен час, потому что я сейчас записываю фильм. Давайте через час поговорим. Я никуда не денусь, ладно? Угу, извините. Вот, итак, новый губернатор. Я поставил себя... А, получилась неплохая картинка. Итак, он был у вас в Союзе садоводов Красноярского или Красноярского края. Вот, познакомились вы лично. Вот. И вдруг у него инаугурация, и ты, дочка Елена Александровна, получаешь персональное приглашение на инаугурацию, там, где стоит твоя фамилия, имя, отчество. И я подумал, может быть, это поможет садоводству именно Красноярья. Вот, что такое юг Красноярского края? Он, да, он тоже принадлежит губернатору, юг самый. Вот. А что такое благодатный юг? Вот. Сейчас мы имеем сотни тысяч фальшивых саженцев, выкачанные из карманов уже за десятки лет деньги Красноярского края жителей. Вот. А губернатор сразу все узнать не может. Все рынки завалены продукцией из этих же южных краев, то есть из наших друзей со Средней Азии. Все это отравлено. Интересно, как губернатор воспримет слова, что приходится опрыскивать, бывает каждый день, а за все лето бывает до 40 раз. Вот. Это южное все. А потом поступает к нам в виде отравленной продукции. А у нас дети. Вот. Вот такая картинка. Он тоже может должен это узнать. Вот. И, наконец, то, что юг Красноярского края – это благодатнейшее место. Это знаменитое когда-то. Может быть, современные дети, взрослые, ну, среднего возраста уже и забыли слово «минусинская котловина». Минусинская котловина – это лучшее место для овощеводства и садоводства во всей Сибири, от Урала и до Дальнего Востока. Вот так вот, ребята. Вот. И потенциал у нее огромный, но не использованный. И когда-то, может быть, мы вместе приедешь ко мне, посидим, возьмем шариковую ручку или прямо у ноутбука, компьютера, начнем писать. Пункт такой-то. Значит, взять, да, опять начну издалека. Хорошо бы каждому взять бы землю. Вот у нас как, много земли пасует, а подступиться к ней нельзя. Почему? Чиновники не дают. А новый губернатор может и даст. Как это надо сделать? Да, ревизию нужно сделать. Нужно хотя бы областным законодательством это... ограничить произвол чиновника. Я хочу взять землю, и все, имею право. Я гражданин России, да я еще и, оказывается, житель Красноярского края. Кстати, Красный хутор, Шушинский район, Красноярский край, это я здесь сижу, в своем саду, лучшем в России, с вами разговариваю. Повторяю, Красный хутор, Шушинский район, Красноярского края. То есть я имею право говорить от имени жителей Красноярского края. Итак, ревизия всех земель, которые могут быть использованы в лучшем виде. Вот. Земля зарастает соснами. Вот напротив дойка, это уже конкретный пример, напротив дойка. Вот один умудрился, когда ее закрыли, ну, это было просто то, что называется деградация колхозов. Дойку закрыли, мгновенно начало зарастать соснами. Один наш хуторский товарищ Александр подсуетился и это как бы оформил 60 гектар, потом решил их продать 60 минусинцам. Как раз было новое движение, называлось оно Анастасиевское. Вот, 60 по гектару, прошел два суда, и я был
вместе с ним в администрации, он меня брал как тяжелую артиллерию, не помогло. Вот один из примеров. Вот. Я бы еще много примеров привел, потому что пытался немножко расшириться. Вот. В общей сложности, чтобы до полу гектара увеличить. Фермером я стал раньше, это когда 5 гектар, вырастил взрослый сад яблоневый, ну и еще кое-что растил. Но меня оттуда выжгли вместе с садом. Мотоциклисты, не знаю кто. А выжгли оттуда. Когда-то там были покосы незаконные, кому-то не понравилось, может быть, что эту землю выделили мне, а я не сон, не духом. И к 50 годам, 56 годам нищета, вот, пожарище. И вот я к чему говорю. Это тоже проблема. Но развивать надо, наверное, больше дачное движение. Там я на 5 гектарах вырастил десятки тонн яблок. Вот. И, правда, всего один год был такой, а потом пожар, максимальная урожайность. И тогда я понял, что здесь очень сложно. Менталитет у людей не тот. Вот. Поэтому я пытаюсь по-другому сказать. Нужно развить дачное движение. Но любому датчику нужно дать до гектара. До гектара. И пусть замахивается хоть на арбузы, минусинская котловина. В царское время арбузами славилась. Поверите? В царское время. Вот. Ну и так продолжаю. Загибаем пальцы. Дочка Елена Александровна, с чем надо идти к губернатору? С докладной запиской. Вот. Найдет ли время для общения вот такого, как подробного? Ты, все, что я говорю, ты уже и так знаешь. Вот картина у тебя перед глазами. Вот. И теперь получается, что все это надо суммировать. Вот. Очень легко избавиться от того, что разоряет людей, и от чего у людей, у тысяч опускаются руки. Они садят, все умирает, все даже не просыпается. Они ничего в этом не понимают. Значит, нужна агитация. А меня на телевидении уже несколько лет как перестали меня снимать. Вот, сейчас в телевидении все в большем загоне. Константинович, это я все для губернатора, как бы. Это тоже один из пунктов. Массовая пропаганда нового садоводства. Потому что мое садоводство, это революция, это новое изобретение. Вот. Это то, что росло, могло расти раньше только на Кубани. Кстати, там все загибается. Все может и лучше растет у нас в Сибири. Вот зайдите в мой сад. Пункт последний. Приглашение в сад Железова, губернатора, в удобное для него время. Вот. А один из пунктов должен так быть. Очень легко избавиться от импортных, обреченных на смерть и на разорение. На разорение это по всей России, и особенно Красноярский край. Мы не самые богатые. Вот. Это значит запрет. Но запрет хитрый. Просто так запретить не имеем права привозить сюда. Вот. Агитация. Вот. А это значит, что рассказать, чем они отличаются, почему они погибнут, почему. Типичная саженца у них, это с виду очень, они лучше как бы наших, а на самом деле они мертворожденные. Раз. Потом, запрет можно сделать чисто формально, это так просто. Захотели мы, вспоминаем, пусть политику. Вот. Сейчас я, знаете, что сделаю? Нет, договорю эту мысль. Вот. Захотели мы там раздружиться с той же, наказать Армению. Тут же говорим, а у вас превышение концентрации нитратов в этих ваших фруктах. Вот, все, и вот и все, хотя никто не знает, было, а превышение там оно всегда. Только закрывать глаза, не закрывать. А здесь также, где сертификаты? Покажите. Вся их ложь основана на том, что они все ссылаются, что якобы из этого самого. Я проверял их документы, все якобы из Алтая. Вот это ложь легко разоблачается и вступает в силу запрет.
Людей с погонами хватает, их даже избыток, только они ничего не делают пока. И это тоже надо объяснить. Вот, чтобы он навел порядок губернатор. Еще один пункт. Вот. И тогда вздохнут свободно и начнут выращивать уже наши эти последние представители славного племени питомниководов наших, у которых настоящие сады, и которые в этих садах настоящих выращивают настоящие полноценные саженцы. По принципу, если смогли вырастить сад, не какие-то формальные основания, и принцип, если смог вырастить сад, Тоторов, Железов Сергей, тот же этот самый Филиппов, вот, Жестовские, если смогли вырастить сад, значит, они имеют право торговать саженцами, выращивать, продавать саженцы. Благодарю за внимание.